Неемия. Брат мой. Неемия. Что ты мне расскажешь об иудеях, освободившихся от вавилонского рабства? И что происходит в Иерусалиме? Те, которые спаслись из плена, терпят много бед. Они в ужасном унижении. Стены Иерусалима разрушены, и ворота сожжены огнем. Господь, Бог небес, я раб твой, пожалуйста, услышь меня. Я, дом мой и мой народ согрешили против тебя, не подчиняясь законам, что ты дал Моисею. Но ты сказал, когда же вернетесь ко мне и будете исполнять заповеди мои, то соберу вас и приведу на место, которое избрал я. Прошу, услышь молитву мою. Бог позволил мне вернуться в Иерусалим, так же, как и вернул ваши племена. Нам надо отстроить стену Иерусалима. Вы видите, в каком бедствии мы находимся. Правитель Санабалат. Что случилось с Гешем? Неемия возмущает народ сказками о том, что они могут отстроить стены Иерусалима. Я знаю. Он дал мне это письмо от царя, гарантирующего ему безопасный переход. И царь повелевает выделить лес на эту безумную затею. В случае его успеха мы потеряем контроль над городом. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, отстроим стену Иерусалима и не будем впредь в таком унижении. Что вы делаете? Вы восстаете против царя? Бог небесный поможет нам достичь цели. Мы слуги Божьи, и мы начнем строить. А вам нет ни части, ни права в Иерусалиме. Обещаю тебе, Товия, Иеремия не завершит этой работы. Я позабочусь. Не уверен, что справлюсь с этим, миссис Кроуфорд. Если кто-то и сможет, то ты, Крис. Я в тебя верю. И в тебя, Робик. Какое задание миссис Кроуфорд дала нашим Эйнштейну? У нее педсовет. Она хочет, чтобы я подтянул пару учеников. Ты? Кого? Да, я. Тодда и Бенджи. Да, они сказали миссис Кроуфорд, что для великих свершений в науке им не хватает лишь маленькой помощи. Ясно. Успех вам. Так, мы готовы, Марта. Что нам нужно? Ребята, у нас урок по химии, а не кулинарии. Какая разница, а? На химии нельзя облизывать ложки. О, сильно умный! Так, посмотрим, что будет, если окунуть это в говорящую жестянку. Хватит, Тодд! Ты ему микросхемы сожжешь! Ладно! Ты слышал, ботана? Жарить нельзя! Это не урок готовки! Пойдем, Робби! Эти двое не хотят учиться! Мы уходим! Эй, Квантум, мы пошутили! Вернись! Мы споем тебе таблицу Менделеева! Бор, углерод, азот, кислород! Сера, хлор, неон, водород! Калий, кальций, фосфор, мышьяк! Калий, кальций! Робби, пойдем! Это такая заразительная песенка! Ого, они учатся очень быстро.
Я хотел им помочь, но они только издеваются, Джой. Зачем это мне? Крис, да ладно. Посмеялись, подразнили, и ты сдаешься? Скажу только две вещи. Мне надоело. Это одна вещь. Да? Но слово-то было два. Так. Суперкнига! Лучшее время для путешествия. Унеси меня отсюда, суперкнига. Я познакомлю вас с человеком, которого не сломили насмешки и опасность, и он исполнил важное Божье поручение. Ого! Где мы, Робик? По данным геосенсоров, мы приземлились в Древнем Иерусалиме. Или в его руинах. Ильяшив будет строить овечьи ворота. Его Иада и Мишулам починят старые ворота. Похоже, делают капитальный ремонт. Настоящая реконструкция. Посмотрим. А вы какую часть стены должны были чинить? А, наверное, нас нет в списке. Мы новенькие. Крис, Джой и Робик. Неемия, по правде сказать, я и сам давно здесь не был. И что? Продолжение серии смотрите в мобильном приложении «Библия от суперкниги».